Александр Петрут, пожалуйста, сними это чудо, потому что многие могут сразу так не увидеть. Тут написано. Идет стоимость квартиры и мебель? Нет. Нет, да, получается. Все двери, вот ванная комната, санузел, все это сквозь. Все, отделка, все сделано. Да. А какое здесь отопление? Отопление здесь кондиционер нам нужно. А теплые полы есть? Можно, но они давно нужны. А здесь есть солнечные батареи? Да, какой? Стандартно стоит. То есть вода будет начинать. Да. Мальчики, уйдите с экрана. Извините, меня фотографируют.
А есть здесь парковка, гараж, паркинг? Парковка здесь. А, гаража нет, да? Паркинг. Здесь даже такой выбор, они не делают даже, здесь не делают нулевые, да, уровни? Стоимость этой квартиры. Затраты сколько? 1060. Неплохо. Да. Ира, спасибо большое. Спасибо, да. Да. Здесь вот видите, еще здесь комната спальня. Здесь вот квартира видим. Это огромный комплекс, который я построил. Компания Carrington. Эти коттеджи квартирные есть, просто коттеджи, можно уже покупать. Есть такой комплекс очень красивый, который они построили очень. А в основном скандинавы, англичане, поэтому приезжают они обычно. А здесь это квартирный коттедж, это да? Квартирный, да. Здесь уже под продажу, как бы все здесь. Какая цена такая? Здесь в Оренбурге, здесь больше 100 тысяч. Понятно, здесь красиво, конечно, классно. Двухспальные, есть односпальные, тоже варьируются. Это же все продано, да? А куда мы направляемся? Он тоже продан или нет? Я буду рассказывать. А он на этапе строительства, да? Он на этапе строительства. Вот этот комплекс, я еще про тебя говорила, мы его построили за 2 года. То есть темпы строительства у нас, мы больше 300 вилл-апартаментов построили. Больше 15 проектов. Кира, вот скажи, пожалуйста, вот есть Carrington, а есть Nine LR. Они как-то взаимосвязаны между собой? Нет. Это разные компании. Да. Я просто думал, что это две взаимосвязанные какие-то, ну, между собой. Строители местные в основном. Строители это у нас все наши. Сейчас я вот сюда встану.
квадратных метров занимает этот комплекс? Я вижу, этот что слишком много. Этот комплекс, он очень большой, здесь да. больше 40 донюмов. Если один донюм 1300 квадратных метров, то есть очень большой. Дальше. С апартаментами. Здесь 16 вилл. Перед нами бассейн и здание, где есть крытый бассейн. Всего в комплексе 3 бассейна. Один крытый, который вот находится прямо за бассейном. Там будет тренажерный зал, сауна, хамам, кафе. Вот этот комплекс, когда вы спрашивали, а насколько быстро компания строит, вы можете обратить внимание, этот комплекс мы построили за 2 года. То есть компания полностью есть свое оборудование, мы строим, наши рабочие, инженеры, архитекторы. То есть все есть, в услугу компании ходит. Если вы покупаете квартиру, наш архитектор, наш дизайнер едет с вами, подбирает вам мебель. Это входит в стандартную услугу компании. То есть вот в таком плане. Каждый блок состоит из 7